Старый зал прилета Оренбургского аэропорта не устраивал как гостей нашего города, так и самих горожан. Пассажирам приходилось даже в мороз и жару ожидать свой багаж на улице, поэтому было решено сделать ремонт. Теперь в здании терминала установлена новая багажная лента. Также в нем появилось много пространства и места для отдыха. Старый ангар мы убрали. Забор продлили, здание все облагородили. Надеюсь, что горожанам и вообще всем гостям и оренбуржцам понравится. Этот терминал теплый, он со всеми удобствами, он с лентой. И надеюсь, что жители оценят и всем понравится. Отметим, на вопрос о стоимости ремонтных работ и скорости их выполнения губернатор не ответил. Да вообще это не принципиально. Также правительство области намерено реконструировать сам аэропорт. На данный момент ведутся поиски инвестора. Губернатор отметил, что в следующем году планируется разработать проект, а его реализация предусмотрена до 2024 года. Сам аэропорт уже перешел в частное владение. Александр Кацун, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.